Люблю на яблоню залезть. Зеленых яблок столько съесть, что не смогу ни встать, ни сесть. Пусть глупо, мне смешно. А если вдруг случится мне наследство получить, я стану столько есть и пить, что не смогу ходить. Я по лугам люблю гулять, пчелы шмелей с цветов сгонять, хоть могут больно искусать. Пусть глупо, мне смешно. Когда грозы грохочет гром, и все попрятались кругом, люблю бродить я под дождем. Пусть глупо, мне смешно. Мэнни. Я думала, что хотя бы на прощание ты будешь меня слушаться. Где моя палка? Козу хочешь продать, Илонка? Только почему-то никто не хочет ее покупать. Конечно, кто ж купит такую? Ну тогда никто не купит и ваших цыплят. Здесь написано, что моим мужем будет мясник. Мясник? Что за глупости? А я выйду замуж за знатного юношу, и у нас будет 15 детей. Представляете? 15. Предсказание судьбы, предсказание, еще никто не возвращался. И сколько это стоит? 6 шиллингов за всю судьбу. Эта волшебная птичка предскажет ваше будущее. 6 шиллингов? Так дорого. Вы же понимаете, как я должен содержать эту птицу? Гадание, предсказание. Можно мне? Конечно. Давай предскажи девочке хорошее будущее. Вот так. Возьмите у него записку. Спасибо. Ох, как здорово! Видите, теперь она знает, какой у нее будет жених. Станьте счастливее, богаче. 4 шиллинга. Это окончательная цена. 6 шиллингов я не могу вам уступить, иначе моя птица останется без еды, без питья. Кому нужна коза? Продаю козу. Дайте мне посмотреть. Это самое замечательное предсказание. Купите шаль. Мне не нужна шаль. Она пригодится вам на свадьбе. И тогда вы вернетесь ко мне и скажете, что я был прав. 6 шиллингов. Тихо, не мешай мне думать. Кому нужна коза? Ну ладно. Только стой здесь и не блей. Вы все-таки вернулись и не пожалеете. Давай вытащи предсказание для этой леди. А что, если я вытащу его сама? Все равно 6 шиллингов. Ну ладно, пусть это сделает он. Но только что-нибудь получше. Я не могу сорить деньгами. Вы не пожалеете, это может принести вам миллионы. Давай, птичка, предскажи ей красивую жизнь. Давай, вытаскивай и отдай ей в руки. Вот так, спасибо. Кто еще хочет узнать свою судьбу? Предсказание.
предсказатель. Здесь все неправда. Я не живу в Вене. Все претензии птицы. Вы молодой человек. Но я туда даже не собираюсь. Пожалуйста, скажите это птице. Он понимает каждое слово. Честное слово. Это обман. Верните мне мои 6 шиллингов. Давайте так. Вы придете ко мне через 6 месяцев. И если ничего не сбудется, то я верну вам деньги. И где мне вас искать через 6 месяцев? Спросите у птицы. Предсказания. Все в восторге от предсказаний. Кроме меня. Видите, она даже не может поверить в свое счастье. Зря потратите свои деньги. Я сейчас вернусь. Не торопись. У нее рог треснул. Что? Я говорю, рог треснул. А при чем тут рог? Еще трещина на копыте. Зато она дает много молока. Эта трещина скоро сойдет. Сколько просите? 21,50. Вы сказали 8,50. Кому нужна коза? Ну ладно, даю 10, но не больше. 19,50, только ради моей козы. Это моя последняя цена. Вы что, мышь покупаете? Ладно, 12, хотя я и понимаю, что переплачиваю. 17, больше я не уступлю. 13,50, только потому, что вы такая хорошенькая. 16, только из жалости к вам. 14 и покончим с этим. 15,50, или берете, или нет? 15, и на этом все. Идет. Продано. Хорошая коза. Неплохая, немного непослушная. А вы не здешняя? Я из Силитшумио. Силитшумио, какой ужас. Почему же? Я хотел пригласить вас на чардаш, но... Что «но»? Бесполезно. У вас не умеют танцевать чардаш. Да что вы! Позвольте доказать обратное. Думаю, не стоит. Одна ваша землячка танцевала со мной, а потом упала в обморок. Она из Силитшумио? Она так сказала, хотя вы не виноваты. У нас танцуют чардаш лучше всех. Этого не может быть. Интересно. Тогда предложу вам со мной поспорить. Валяйте. Спорим, что вы свалитесь с ног за один танец. Мои деньги, ваша коза. У меня будут и деньги, и коза. Или у меня останутся деньги и коза. Идет. Ну, тогда вперед. Так у нас танцуют чардаш только одни калеки. Вы так думаете? Сейчас я покажу, как надо. Thank you.
Кто здесь? Кто вы такой? В чем дело? Что вы здесь делаете? Это как вы сюда попали? Кто вы такой? Зачем вы меня куда-то везете? Я говорю вам, что не видел вас. Как я мог вас везти куда-то? Пустите меня! Осторожно. А вы едете в Селит-Шумио? Да, верно, в Селит-Шумио. До него же 50 миль. Не может быть. Не может. 58, 50 еще 5 и... И где же мы? Почти что приехали, у самой Вены. У Вены? Зачем вы привезли меня сюда? Я везу с ярмарки муку и сено. А вас я даже не видел. Что же мне делать? Мне не дайте пешком. Я не знаю, что вам делать. Идите обратно. Вот и все. Я бы поехала с вами. Но я не знаю никого в Вене. Зачем мне туда? Вы можете пожить немного у меня. Я скоро опять поеду на ярмарку и отвезу вас обратно. Может быть, вам понравится в Вене? Ну, конечно же. Да? Ну, так чего же? Мы с вами спорим. Я булочник Тешек. Будем знакомы. Уже лучше? Да, мне прекрасно. Передо мной Вена. Я впервые увидел Вену, когда был такой же, как ты. Молодой, неугомонный. Я приехал из Польши, чтобы заработать деньги. Я не мог спать. Я чувствовал себя как в раю. С тех пор я и остался в Вене. Dreaming, dreaming.
Вот со двора мыши в пляс. Разве настоящие пекари так работают? Дай мне ухват. Ухват! И лопату. Лопату! Ухват, лопата. Мы только на одну секундочку отошли от печи. Ладно, ладно. Бегите, принесите муку, которую я привез. Муку. И отнесите ее в кладовку. Где Дженни? Наверху. Она пошла спать. Ты выиграл ее в лотерею, дядя? Да. Нет. Она говорящая? Спросите у нее. Привет. Простите. Простите. Это мои племянники. Живут и учатся у меня. Дженни! Иду. Хорошая девушка. Она работает в магазине. Она все тебе покажет. Спасибо. Жить в булочной хорошо. Всегда сыт и есть где спать. Вы звали меня мистер Тэшк? Да, я звал тебя Дженни. Это наша гостья. Ее зовут Илонка. Привет, Илонка. Что смешного? Ничего. Я одолжу тебе платье, чтобы ты могла надеть завтра. На всякий случай. У тебя столько платьев. Один граф, мой жених, хочет, чтобы я выглядела нарядной. И ты станешь графиней? В этом платье я понравилась одному купцу. Померяй его. Слишком нарядная на каждый день. Я чуть было не вышла за него замуж. К счастью, я вовремя заметила, что он скуп. Хотя можно и развестись. А я выйду замуж за художника. За художника? Вы уже обручены? Нет. Я еще с ним даже не знакома. Мечтаешь стать женой художника? Не особенно. А у тебя с головой все в порядке? А что, волосы растрепались? Нет, хотя прическа странновата. Но просто ты не знаешь ни одного художника, не мечтаешь стать его женой, но говоришь, что выйдешь за него замуж. Мне это предсказали, и ты в это веришь? Утром не верила, а теперь да. Один мой жених верил в предсказания. Хорошо, что я из него не вышла. Хотя ему нагадали, что мы с ним поженимся. Он был военным. Хочешь с ним познакомиться? Не знаю, мне нужен художник. Художник? Завтра утром увидишь парад и забудешь про своего художника. Скажи, пожалуйста, сколько же у тебя юбок?
Я же говорила, ты забудешь про художника. Забыть? Мне просто было интересно посмотреть. Для этого и нужны парады. Ты ведь тоже смотрела. Я? Да я практически уже обручена. Мне просто нравится музыка. Музыка прекрасная. Они часто здесь ходят? Ежедневно. Мне нужен отпуск, у меня тетя умерла. Вы слышали? Тетки мрут как мухи. С кем поминать будете? С той? Из булочной? Все-таки она, да? Она чуть из окна не выпрыгнула. Хочешь познакомиться? Хочу пригласить на ужин. Что ж, дело понятное. Повторите еще раз. Что? Вот это. Как вы это делаете? Что это? Этот ритм. Чудесный ритм, пожалуйста, повторите его. Я просто ставил печати, так что уходи, пока я не передумал. Умоляю, еще раз. Пожалуйста, еще раз. Это очень красиво. Снова сочиняет. Мне нужен лист бумаги, я хочу записать мелодию, пока не забыл. Успокойся. Перестаньте! Перестаньте! Тихо! Я сказал тихо! Как смешно. Из-за вас я забыл свою мелодию. Ты забыл, что майор запретил тебе сочинять музыку. А что мне, майор? Придет время, когда и в армии будут ценить людей. И причем не за чины, а за таланты. Вот так-то лучше. Вы еще обо мне услышите. Хорошая выправка, старина. Подойдите, капрал Мартин. Как давно вы служите в армии? 1 год, 8 месяцев, 17 дней. 6 часов 32 минуты. Пора уже стать настоящим солдатом. Я стараюсь, сэр. Старайтесь. Старайтесь стать композитором. У меня есть талант. Это упрямство, а не талант. Если бы господин майор послушал мои сочинения... Разве вы не знаете, что устав запрещает солдату иметь посторонние занятия, помимо службы? Вам известно это? Да. Если еще раз вы нарушите устав, я посажу вас на гауптвахту. Вам понятно? Есть понятно? Да. Просто стой здесь и смотри за Дженни, за покупателями. Просто стой и смотри. Хорошо, сэр. Так ты можешь многому научиться. Да. Одну минутку. Вам, как обычно, булочки с изюмом. Пожалуйста, возьмите. До свидания. До свидания. До свидания, миссис Брэкхетт. Приходите еще. До свидания, миссис Брэкхетт. Приходите. До свидания. Это новая продавщица, мистер Тэшек? Гостья. Родственница. Нет, попала к нам случайно. Мистер фон Циммер. Мистер фон Циммер, одну минуту. Спасибо. Доброго дня, мистер фон Циммер. Но он не заплатил. Стой! Держите его. Вы же сами сказали мне следить за покупателями. Я сказал, я не говорил. Простите великодушно, мистер фон Циммер, не сердитесь на нее. Она новенькая. Ладно, ладно, булочник. Простите. Простите, простите. Простите. Знаешь, это же мистер фон Циммер. Но он не заплатил. Не заплатил. Да он брал пирожки для самого императора. У меня был такой шанс. Я не знала.
Император ест наши пирожки. Послушай меня, знаешь ли ты, что значит быть придворным поставщиком? Знаешь или нет? Нет? На вывеске будет написано. Мое имя Владислав Тешек, придворный поставщик. У меня на груди медаль императора. О большем счастье не мечтает ни один булочник. А ты... Все кончено. Но он все же мог заплатить. Пойдем. Пойдем отсюда. Если только фон Циммерли расскажет все императору, лучше об этом даже не думать. Пойдем. Хотите, я поговорю с ним? Нет, нет, нет. Она недавно в городе. Со вчерашнего вечера. Но она скоро привыкнет к нашим порядкам. До свидания. До свидания. Спасибо, капрал. До свидания, мисс Чарсли. Приходите. Поздравляю вас. Сегодня вы, наконец, мне улыбнулись. Вы смотрели на меня целый месяц. Что вам угодно, сэр? Вас. Я примчался к вам, как только получил увольнительную. Могу предложить кофейный торт, вам понравится. А что-нибудь послаще? В первый же день я сказал себе, рано или поздно она улыбнется. И это случилось. Это вам. Я встречаюсь с одним джентльменом, который очень ревнив, особенно к военным. Но вы можете взять цветы? Могу. Давайте его проучим. Встретимся сегодня вечером. Я не могу так поступить. В 8 часов. Где? Привет, Лэмби. Почему ты такой серьезный? Я просто проходил мимо и решил зайти проведать тебя. Вот и она, наконец. Привет. Привет. Я сам их собирал. Я просто проходил мимо и решил зайти проведать тебя. О, благодарю вас. Не подержите. Спасибо. Такие красивые. Вы недавно здесь? Я приехала вчера вечером. На поезде? На сене. На сене? Я заснула в стогу и проснулась уже почти что в Вене. Интересно, где моя коза? Коза? Видите ли, я пошла на ярмарку, чтобы... Ну, это долгая история. Да-да, расскажите ее в другой раз, а то здесь столько людей, которые нас подслушивают. А куда мне все-таки это поставить? В печку. Прямо внутрь? Хорошо. Илонка. Простите, ее она новенькая. Мы просто разговаривали с ней о том, как она приехала. Никогда не поручай покупателям никакую работу. Но он принес мне цветы. Какая разница, цветы, цветы? Замечательная. Такая простая. Простая и скромная. Ладно, мне пора идти. Счастливо. Хотите немного заработать? Конечно. Сколько? Даю полтинник. В булочной сейчас покупатель. Да. Он разговаривает с одной девушкой. Отдайте ей записку, чтобы он не заметил. Капрал? Да, сэр. Что за манера у офицера свистеть на улице? Простите, сэр, я просто пытаюсь договориться о свидании. Ах, свидание? Прошу прощения, капрал. Все в порядке. Ты ревнуешь меня ко всем солдатам в радиусе 2 миль от меня. Хватит за мной шпионить. Но я зашел, чтобы... И зачем же? Тебе не нужен хлеб, не нужны булочки, пирожные. Увидеться с тобой, моя дорогая. И проверить, нет ли здесь кого-то еще. Я подумал... Ты подумал? Пойти по магазинам. По магазинам? Да. Сейчас спрошу, отпустит ли меня. Подожди меня секундочку, дорогой. Ваш капрал кажется очень милым молодой человек. Кто? Ваш капрал. Да, это так. Очень милый. Напомните, эти военные очень милые, но редко заводят жен.
А вы женаты? Нет, я холостяк. А вы собираетесь жениться? Пока не знаю. Насколько мне известно, у холостяков жен тоже нет. Илонка! Мистер Тешек зовет тебя. Простите. Это от капрала. Он попросил нас передать. Лично? Лично. Лэмби, меня отпустили на сегодня. Ну, не торопись, мы еще пойдем на концерт. Джимми, а ты смотри, не опаздывай. Хорошо, я потороплюсь. Это от капрала. Я, конечно же, не пойду. Что? Он же не художник. О чем ты говоришь? Этого не было в моем предсказании. Такая наглость, я не могу поверить. Ну, конечно же, он многое себе позволяет. Он же солдат, поэтому он храбрый. Неужели ты пойдешь? Конечно, нет. Во-первых, мы с ним не знакомы. А даже если и знакомы, то я не знаю, где это место. А даже если я спрошу у кого-нибудь, где это место, то он военный, а не художник. Я сразу скажу ему, что между нами все кончено, потому что я выйду замуж за художника. И если я скажу ему, я так и сделаю. Я пойду и скажу ему это. Да. The skies above are blue again, the daffodils are new again. These are the joys that April brings. Songbirds are whispering down by the stream, telling all the weary world wake up and dream. For love is new again. And one and one are two again. My heart awakes when April вечер. Добрый вечер. Я сказала добрый вечер. Очень приятно. Я жду одну девушку. Простите. Вы что, не узнали меня? Узнал. Как поживаете? Я действительно немного изменилась. Стал намного привлекательнее, правда? Да-да, это так. Мне хотелось принарядиться. Очень хорошо. Очень красивое платье. А прическа? Вам нравится? Да, она вам идет. Очень идет. Мне сделали ее в парикмахерской. Ну что, пойдемте? Я хотела надеть свое платье, но Джинни сказала, что она подойдет только для маскарада. А мне кажется, что это платье подошло бы для маскарада в Силитшомио. Забавно. А как вы сюда попали? Приехала на карете, очень просто. В записке все было сказано. В записке? Как здесь чудесно. Даже небо видно. У нас такого нет, в Силитшомио. Добрый вечер, капрал. Добрый вечер, мисс. Я приготовил для вас столик. Разве о нем говорил? Нет, у девушки с булочной рыжие волосы. А ты откуда знаешь? Позаботься о капрале и о его девушке. Это самый лучший столик. Один богатый человек хотел сесть именно за этот столик, но мы отвоевали его для вас. Пожалуйста, пусть они его занимают. Нет, что вы, я никогда не допущу этого. Вы должны сидеть за лучшим столиком. Простите. Значит, записку вам передали?
Да, как вы просили. Ваше меню? Я так взволнована, что не смогу есть. Могу предложить вам спаржу а-ля густо. Что вы сказали? Спаржу по рецепту а-ля густо. А, спаржу. И сколько это стоит? 1,50 за порцию. Капрал, я не знал, что вы обручены. Мы не обручены, но это все равно дорого. Послушание покупает спаржу, варит ее. Я выращивала спаржу, готовила и даже продавала. Аспарагус стоит немного, вода бесплатна. Правда, не знаю, сколько стоит густо. 21 шиллинг и не больше. Принесите. Сейчас принесу. Не приносите. Не принесу. Вы здесь хозяин? Нет, не хозяин. Предпочитаю покупать без посредников, из первых рук. Хозяин не обслуживает столики. Потому что ему стыдно за эти цены. Это же Вена. Здесь все дороже. Аспарагус есть аспарагус, даже в Вене. Где хозяин? Меня кто-то звал? Что для вас дороже, посетители или ваша спаржа? А что случилось? Я работаю уже 20 лет, и такого еще не было. Она сама выращивает спаржу, варит и продает, но хочет покупать. Я хочу купить, но по сходной цене, 50 шиллингов, или нет, или да? Вы такая очаровательная леди, что я говорю, идет. Идет. Принеси заказ. Вот как торгуются у нас все лечебно. Простите, я забыл, что мне уже пора возвращаться в казарму. Был ужасно рад встрече с вами. Простите. Ничего, но здесь не базар. Простите меня. Я не знала. У нас в деревне так принято. Простите. Ну, если вы так хотите остаться еще ненадолго... Я думаю, что смогу задержаться. Думаю, что ничего страшного. Вновь весна принесла свет и тепло. Я видела соловья, и он сказал мне, весна пришла. Вновь весна, а с ней любовь. Как их узнать? Юным сердцам так легко их угадать. Вновь зеленые луга, леса, вновь звонки птичьих голоса, будя сердца, апрель поет. Опять синеют небеса, опять полей цветет краса, радость с собой апрель несет. Пташки щебечут, им вторит ручей. Проснись, усталый мир, проснись скорей. Опять пришла любовь. И молодо кругом все вновь. Будя сердца, апрель поет. Вы не художник? Художник? Нет. Вы не рисуете? Нет, не рисую. Я так и знала. Что вы знали? Не нужно было приходить сюда. Я пришла сюда только, чтобы сказать вам, если я только познакомлюсь с художником, я выйду замуж за него. Среди военных вам его не найти. Это точно. В армии это невозможно.
Знаете, что со мной случилось? Я забыл мелодию. На барабане? Нет, нет, я писал песню, я сочинял вальс. Дело в том, что когда получаешь увольнительную... Вы композитор? Да, и когда ставят печати... Вы сочиняете музыку своими руками? Ну, разумеется. Композитор — это почти что художник. Да, это почти что то же самое. И наш сержант ставит печати в определенном ритме. Вот же он. Это он. Дайте мне карандаш. Это мой карандаш. Я должен принимать заказы. Один листочек, ничего страшного. Одну минутку. Грибной суп, порция камбалы. Пожалуйста, уходите. Не видите, он сочиняет вальс. Мне нужны мои заказы, пожалуйста. Прогони его. Прогнать? Что вы себе позволяете? Джозеф, иди сюда. Грибной суп. Прекрасно. Чудно. Здесь мне никто не мешает. Другая музыка сбивает меня с ритма. Это что еще такое? Я остановлю их. Прекратите музыку. Немедленно перестаньте. Что вы делаете? Что случилось? В чем дело? В чем дело? Погромче, пожалуйста. Извините. Извините. Что здесь происходит? Что она сказала? Не знаю, но тише. Спасибо. Извините, если позволите. Подождите, люди хотят танцевать. Они могут танцевать под это. Запоминайте мелодию. Будете аккомпанировать. В плавном вальсе, кружась в облаках, вдаль от толпы улетаем в мечтах. С лунным лучом мы несемся в ночь. Мир, тоска, печаль, все уходит прочь. Мы одни в плавном вальсе, кружась в облаках. Вдаль от толпы улетаем в мечтах. Никто не услышит признания в любви. Кружась в облаках, мы одни. Давайте, ребята, у вас хорошо получается. Я забыла, что не у себя дома.
И хороший вечер. Великолепный. Однажды вы станете великим композитором. Не говорите так, этого никогда не случится. Вы обязательно будете. Вряд ли, разве Вену удивишь вальсом? Но наш вальс самый лучший. Вы станете знаменитым. Завтра вся Вена узнает ваше имя. Правда? Надеюсь, что не узнает, иначе я попаду в тюрьму. Из-за вальса? Разве вы не знаете, что говорится в уставе? Солдату запрещается иметь посторонние занятия, помимо дел службы. Будет правильным сжечь этот вальс. Нет. Я сохраню его. Что вы хотите за это? Чтобы все, что я сказала, исполнилось. Вы странная девушка, но, может быть, вы правы. Конечно, права. Чтобы что-то исполнилось, нужно в это верить. Не знаю. Раньше я верил, что однажды встречу такую девушку, которую заинтересует моя музыка. Но, к сожалению, до сих пор не встретил. Не встретил? Нет. Вы серьезно? Нет. Как вас зовут? Мартин. Гарри Мартин. А меня Илонка. Илонка Толней. Мне понравилось, Лэмби, как и тогда в опере. Хорошо гулять по Вене. Я думала, ты уже дома. Капрал, рад вас видеть. Сегодня утром я приревновал вас к Дженни. Какая чепуха. У Капрала действительно был вид влюбленного, но влюблен он не в меня. А Илонка не должна терять времени, пока она здесь, в Вене. Через неделю она уезжает домой, в деревню. Через неделю? И вы мне ничего не сказали? Очень хорошо. Впервые в жизни девушка бросает солдата, а не наоборот. Мы должны увидеться завтра вечером. Я не знаю, отпустит ты меня завтра вечером. Я приду завтра в 8. Мне уже пора. Спокойной ночи, Лэмби, дорогой. Будь осторожен. Доброй ночи. Спокойной ночи, Лэмби, дорогой. Хорошо погуляла. Очень. Ты сказала ему, что вы больше не увидитесь. Мне не пришлось, потому что он художник. Капрал? Он сочиняет музыку. На барабане? Нет, он играет на скрипке, на рояле. Добрый вечер, мистер Тэшек. Добрый вечер, мистер Тэшек. Вы смотритесь, как две сестры. Такие красивые. Как прошел вечер? Прекрасно. А мы ходили по магазинам, и Лэмби сделал мне столько подарков. А теперь спать. Завтра утром всем рано вставать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я ужасно устала. Думаю, мне действительно стоит лечь спать. Ты не идешь? Сейчас приду. Можно поговорить с вами, мистер Тэшек? Ну, конечно, садись. Мне не хочется уезжать от вас. Я поеду на следующей неделе. Что ты сказала? Я хочу остаться в Вене. И что? Я буду вам помогать. В магазине? Нет. Мои покупатели разбегутся. Можно и не в магазине. Я умею печь хлеб. Я дома всегда пекла. Знаете, у нас там нет магазинов. И я пекла хлеб сама. Пожалуйста. Воришки, так-то вы мне помогаете. Быстро в кровать. Да, сэр. Поставьте банку на полку. Да, сэр. Быстро, быстро. Хорошо, сэр. Я не причиню вам никаких неприятностей. Но надо же. Что значит Вена? Кто бы мог сказать, кто бы мог подумать. Я с вами согласна. Позвольте, я помогу. Нет, нет, это для императора. Для императора. Я не хочу пользоваться вашим гостеприимством, но я могу остаться. Вы, наверное, понравились друг другу. Да, он такой милый. И ты ему понравилась? Да, мне так кажется.
Он настоящий гений. Он сочиняет музыку. Он написал вальс. Я сказал вам поставить банку на полку. Быстро в кровать. Эта полка была скользкая, мы не знали, что... Быстро в кровать и спать. Пока больше ничего не натворили. Ладно, ладно. Живее. Ваше Величество, вы уже знаете о случившемся, фон Циммер? Что случилось, Ваше Величество? Я обнаружил в пирожке что-то весьма странное. Это какое-то недоразумение, Ваше Величество. Очень странно. Что это означает? Грибной суп, порция камбалы. Интересно, что это может быть? Ваше Величество, я... А наоборот, еще удивительнее. Какие-то ноты. Возьмите вещественные доказательства и разберитесь, в чем тут дело. Слушаюсь, Ваше Величество. Оказывается, это еще не все. Здесь кое-что еще. Это письмо для меня. Дорогой император, здесь так написано. Вальс, который находится перед вами, написан гением. Но в армии его преследуют. Только Ваше Величество может помочь ему. И обратите, пожалуйста, внимание на булочника Тешика с Роланд-стрит. Ваш вечный должник. Булочник с Роланд-стрит. Чудовищная неблагодарность и безобразие. Ведь это мой ланч. Я немедленно разыщу виновного, сэр. Интересно, посмотрим, что у нас здесь. I want to sing, I want to walk, my heart is doing somersault. I love this world with all its faults, it's foolish, but it's fun. I want to walk a garden wall, especially a wall that's tall. And if I fall, I fall, that's all. It's foolish, but it's fun. I want to climb a steeple, and I want to ring a bell, so I can tell the people that I like them all so well. The grass is green, the sky is blue, the cows go moo, the cuckoos coo. I want to be a cuckoo too, it's cuckoo, but it's fun. Что? Что случилось? Все? Ничего. Кто вы такая? Я знаю, она живет здесь. Да, живу. Она помогает мне. Да, она работает в магазине. Я знаю это и без вас. Некрасиво оговариваться. Тишина. Пожалуйста, скажите, что случилось? Все. Ничего. Пойдемте. Ваша зубная щетка. Ваши тапочки. Мы хотим пойти с дядей. Возьмите нас. Тишина. Вы арестованы. Вы не можете увести его. Знаете, дети, я не сделал ничего плохого. Ничего. Тишина. Я ничего плохого? Хотите сказать, что это не вы? Поверьте мне, я ничего не сделал. Пойдемте, пойдемте. За что его арестовали? Покушение на императора. Надо же, кто бы мог подумать.
Я могу попрощаться с клиентами? Нет. Не верьте тому, что про меня говорят. Я ничего не сделал. Я этого не совершал. Не совершал. Никого не впускать и не выпускать. Пусть все разойдутся. Кто за хозяина? Я здесь единственный мужчина. Вероятно, я. Булочная до конца следствия будет закрыта. Приступайте. Весь хлеб конфискуется до следствия. А насколько его задержали? Трудно сказать. Следствие продлится месяц. Или два. Отдать ему могут от 5 до 10 лет тюрьмы. 10 лет тюрьмы? Что же он сделал? Не сделал, а пытался. Что же он пытался сделать? Отравить императора. Я никогда в это не поверю. Тишина! Хорошо. Я замолчу. Но это еще не значит, что я поверила. Она рассердилась. Тишина. Этот человек сказал, что мистер Тешек пытался отравить императора. Это неправда. Конечно, нет. Мистер Тешек никогда даже его не видел. Они мне сказали, что в наших пирожках что-то нашли. И мистер фон Циммер. Если бы он хотел отравить императора, этого не может быть. Они с ума сошли. Разве мистер Тешек способен на такое? Он чудесный человек. В пирожках что-то нашли? Дженни, это был не яд. В них не было ничего плохого, там был вальс. Просто вальс и записка. Дженни, это я запекла их. Я не знала, что... Я скажу это полицейским. Никому ничего не говори. Расскажи мне, что случилось. Гарри сочинил вальс. В армии это запрещено. Понимаешь? Говори громче, я не слышу. И я подумала, что император сможет ему помочь. Кому? И я послала ему письмо и ноты. Императору? Зачем ты это сделала? Я все расскажу полицейским. Не ходи, тебя тоже арестуют. Я не могу сидеть сложа руки. Ты не можешь попасть в тюрьму. Я все расскажу императору. Императору? Да, в моем предсказании написано, что мне поможет влиятельный человек, пока все сбывалось. Но тебя даже не пустят к нему. Мистер Видельмайер, попросим Лэмби помочь нам. Он его кузен. Кто такой мистер Видельмайер? Он служит при дворе. Жди здесь, я побежала к Лэмби. Можешь пока одеться. Хорошо. И будь готова, нас будет ждать мистер Видельмайер. Я буду готова. Видельмайер, запомним это имя. Что же нам теперь делать? Когда моего дядю посадили в тюрьму, мы ходили кататься в парк. А сколько денег на это надо? Мы могли бы достать кое-что. На всех надо очень много. Сейчас сосчитаю. Пятак, чтобы зайти туда, еще по десятке, чтобы покататься. Я сам сосчитаю. 10 и 15, и 18 умножить на 25. У меня что-то с головой. Постучи еще. Привет, капрал. Привет. У вас день рождения? Он нас арестует? Нет, он не полицейский, он солдат. Он даже дал нам деньги вчера, правда?
Да, и дам еще, если вы скажете Илонке, что я пришел. Спасибо, но ее нет дома. А где она? Она... Обсудим это наедине, не при всех. Ну ладно. А где ваш дядюшка? Он в тюрьме. В тюрьме? Приготовьтесь отправиться в парк. Я же говорил ей, что приду в 8. Не думаю, что она помнит. Но она же вернется. Нам ей что сказать. Сколько дашь? Вот столько. За столько мы сможем рассказать немного. У нее есть еще один кавалер. Что? Целая куча. У Илонки? Мы же про нее говорим, солдат. Но она приехала только вчера. И он поверил, да она родилась в Вене. Ну ладно, и когда же она приехала в Вену? Держите. Она родилась здесь, в соседнем доме. Илонка! Почему он все время спрашивает? Да, Илонка. Будем рассказывать ему про парикмахера. А он не спрыгнет с моста, как он. Какой парикмахер? Ее бывший муж. Он утопился, когда она его бросила. Что еще вы про нее знаете? Ну, мы не хотим на нее наговаривать. Думаю, не стоит этого делать. Стойте. Я хочу знать про нее все. Придется открыть все тайны. Сначала ответьте мне на вопросы. Где она сейчас? Где? У нее свидание с одним богатым господином. Кто этот богатый джентльмен? Мистер Видельмейер. Мистер Видельмейер. Что еще вы знаете? Мистер Видельмейер. Все зависит от того, какое впечатление вы произведете на его величество. И особое значение нужно уделить деталям. Дружище Видельмейер, детали нас не остановят. Ну, конечно, мистер Видельмейер. Вы ведь нам поможете. Спасибо за доверие. Любопытно, что такой большой человек уделяет внимание таким маленьким мелочам. Продолжай, старина. Во-первых, это туалет. Что-то не слишком броское, не слишком открытое. Его величество ценит хороший вкус. Скромное платье, никаких драгоценностей. Простенько, но со вкусом. Думаю, очень хорошо будет надеть шляпку с вуалью, перчатки. Что-нибудь в этом роде. У меня есть такое платье. А у нее? Я дам ей свое. Остальное Лэмби может купить. Я говорил такое? Этот вопрос решим. Что еще, мистер Видельмейер? Манера, поведение. Это самое важное. Вы когда-нибудь разговаривали с императорами? Что-что? Вы же умеете доказать ему свою преданность? Нет. Это очень просто. Нужно просто поцеловать его правую руку. Поцеловать руку? Вы делаете поклон, берете его руку и затем нежно касаетесь губами руки его величества, как будто в руках у вас самое ценное. Привет, барабанщик. Привет. Это что, твой дедушка? Нет, просто старый знакомый. Отделайся от него и приходи посидеть со мной. Я сейчас. Договорились. Что он сказал? Ничего интересного. Когда вы идете к императору, сделайте реверанс. Гарри. Мистер Видельмейер, я так понял. Да. И Дженни. Капрал. Привет, Лэмби. Привет, Илонка. Гарри, мистер Видельмейер поможет мне попасть на прием к императору. И я не знаю, как... Передавай привет его величеству. Я бы еще поговорил с вами, но не хочу последовать примеру парикмахера. Привет, я думала, мы будем одни. Конечно, дорогая. Было приятно встретить вас. Я должен увести свою спутницу. В детстве ее напугала коза. Этот столик занят, вы разве не видите? Сядут за другой. Как ты отделалась от старика? Он испугался, что ты его убьешь. Скажите, пожалуйста, откуда этот капрал знает мое имя? Я бы тоже хотела знать. Вас знают все. Это точно. Не могу не согласиться. Я весьма популярен. Итак,
реверансе. Это очень просто. Смотрите, как это делается. Левая нога вперед, правая немного назад, и плавно опускаетесь. И сел. Если вы уже пьяны, то идите домой. Я показывал, как делать реверанс. Я говорю тебе, он не психопат. Это же старина Видельмайер. Он мне понравился. Сделайте так еще раз. Не отвлекай мистера Видельмайера. Он очень занят сегодня. Ему нужно лапшу с ушей снимать. Интересно, он правда не сумасшедший? Это же мистер Видельмайер. Конечно, никаких сомнений. Он был Видельмайером с самого рождения. Это уже слишком. Больше, чем слишком. Кто это такой? Какой-то капрал. Барабанщик в нашем полку. Что он себе позволяет? Думаю, нам стоит уйти. Не хочу скандала. Ужасные манеры. Он уже уходит. Не уходите, дружок. Вы мне не дружок, сударь. И никогда им не были, и никогда не станете. Какая жалость. Пойдем за ними. Желаю вам счастья и найти свою козу. Моя коза вас не касается. Мы ей не понравились. Зато Лэмби понравились, правда же, Лэмби? Нет, простите. Ну вот, все ушли. Знаешь, на самом деле он тогда приходил в магазин ко мне. Конечно бы я не пошла с ним. Пойдем быстрее, дорогой. Я сказал ему все, что о нем думаю. Молодец, они издевались над мистером Видельмайером. Я вас догоню. Я кое-что забыла. Я сейчас вернусь. Мы не нравимся никому, но нравимся друг другу. Я без ума от тебя. Я должна рассказать тебе, что случилось, и разобраться, что все это значит. Тогда присядь пока. Я немного занят. Я просто без ума. Я влюбился в тебя с первого взгляда, и теперь я никуда тебя не отпущу. Никогда. А ей-то что тут надо? Не обращай внимания, это просто деревенская девушка. Но она не похожа на деревенскую. Иногда похожа. Извините. Вот так поступают в Сельдшомио. Она, наверное, думает, что я брошусь с моста. На. Купи себе чего-нибудь. Меня не интересуют деньги, и не думай, что я их возьму. Ничего страшного, пока. Капрал! Пока. Здесь недалеко есть хороший мост, барабанщик. Илонка Толный. Это я. Ваша очередь. Илонка Толный, Ваше Величество. Здравствуйте, юная леди. Проходите. Ваше Величество, я пришла к вам по делу булочника Тэшика с Роланд-стрит, которого арестовали. Говорите медленнее. Это тот, кто запек в пирожке записку. Правильно? Да, Ваше Величество, но он этого не совершал. Он не совершал? Простите, я волнуюсь, Ваше Величество. Не стоит. Дитя мое, вы говорите, что этот булочник этого не делал? Нет, Ваше Величество, не делал. Это сделала я. Не кажется ли вам странным класть записки в пирожки? У нас хорошо почта работает. Я знаю. Я ужасно поступила. Его арестовали?
Да, Ваше Величество. Его бросили за решетку. Он в таком отчаянии. Он хороший булочник. У него очень вкусные пирожки. Обычно. Он очень старался, Ваше Величество. Он так мечтал стать придворным поставщиком. Правда? Циммерль, у нас было намерение сделать это? Было, Ваше Величество, до ужасных событий. Что толкнуло вас на этот шаг? Я, к сожалению, не знала, что это глупо. Вы здесь написали, что тот, кто написал это, гений. Молодой гений, я так понимаю. Да, но мне кажется, я ошибалась. Вы слышали этот вальс? Да, Ваше Величество. Но я не разбираюсь в музыке. Я даже не люблю музыку. Даже ненавижу. А композитора тем более. Он неверный, неискренний. Думаю, что с ним не стоит иметь дело, чтобы не расстраиваться. Приказываю немедленно освободить булочника. Спасибо, Ваше Величество. Как мне отблагодарить вас? А также назначить его придворным поставщиком и выдать медаль имени меня. Он будет счастливейшим человеком в мире. Я просто не могу в это поверить. Короли тоже любят вкусный хлеб. Вы вовсе не похожи на короля, Ваше Величество. Вы словно выросли в Сельчомио. Спасибо. Вы что, там родились? Да, Ваше Величество. Недалеко от Чучас? 22,5 мили. Я любил охотиться там по молодости. Я знаю, Ваше Величество. Все еще об этом говорят. Чудесные люди там, в горах. Конечно, Ваше Величество. А теперь я обещаю забыть об этой истории с пирожками и композитором, если вы обещаете сделать то же самое. Я больше об этом никогда не вспомню. Это сделка. Идет. Давайте, давайте. У вас же так принято в горах, верно? Идет. Простите, Ваше Величество, что она вас побеспокоила. Мы записали ее на прием только ради мистера Видельмейера. В деревнях еще остались хорошие девушки. Прикажите оркестру сыграть этот вальс и скажите мне свое мнение. Есть, Ваше Величество. И скажите им, что этот вальс написал друг одной моей близкой знакомой. Есть, Ваше Величество. Она, по-видимому, очень любит его. Очень его любит. Владислав Ташек, придворный поставщик. Мы рады, что вы вернулись. Спасибо, спасибо. Вы видели мою вывеску? Да. Красиво, я принесла вам цветы из собственного сада. Я так рада, что вас отпустили. Я же говорил, что он не виноват. Мы так беспокоились. Ужасно. И мы тоже беспокоились. Мы проплакали все время. Все хорошо, что хорошо кончается. До свидания, мистер Ташек. Я очень рада, что вы снова с нами. Доброе утро, мистер фон Циммер. Доброе утро. Мистер фон Циммерль, доброе утро. Мистер фон Циммерль. Доброе утро, булочник. Я еще не получил медаль, но ничего страшного, я подожду. Я все понимаю. Да, булочник, но все требуется время. Да, требуется время. А это... Илонка Толней. Нет, это Дженни. Я должен отдать приглашение Илонке Толней на придворный бал. Она сегодня уезжает домой. Что? Что вы сказали? Наш придворный костюмер подберет для нее подходящее платье и драгоценности. Илонке? Ее должны сопровождать близкие родственники. Родственники? У нее нет родственников. Тогда вы будете ее сопровождать. Здесь ваше приглашение. Я попаду во дворец. Мальчики,
Стул. Не ему, мне. Илонка! Кто там? Я, Дженни. Собирайся, Илонка. Илонка, ты приглашена на придворный бал. Мистер фон Циммерль принес приглашение, а мистер Тэшек будет тебя сопровождать. Настоящее приглашение в дворец. Я даже не могу дышать. Лучше бы тебя пригласили. Ты что? Такой шанс выпадает один раз в жизни. Ты увидишь герцогов, князей. Ты что, не рада? Не могу. Можешь? Не могу. Я уезжаю домой. Илонка, ты не можешь уехать сегодня. Я должна. Я решила вернуться туда. Сам император прислал приглашение, чтобы ты пришла на королевский бал. Ты не понимаешь? Я сохраню приглашение в качестве сувенира и напишу письмо императору. Но я уезжаю. Когда ты забудешь о нем? Когда ты забудешь про этого барабанщика? Это твой шанс встретить художника. Я не выйду за художника. Я выйду за крестьянина из своей деревни. Ты можешь выйти за кого хочешь, но иди на бал. Нет, я совсем не выйду замуж. Не надо так говорить. Каждая девушка хочет выйти замуж. Это ее призвание. Здесь мужчины совсем другие. Они все одинаковые. Такие собственники. Кто там? Это я, Тэшек. Одну минуту. Ну что, решилась? Сегодня я возвращаюсь в Селичону. Я не передумаю. Останься еще на неделю. Ты была очень добра ко мне. Спасибо, Дженни. Я пришлю тебе подарок. Да, заходите. Посмотрите. Посмотрите на мой фрак. Нравится? Мой размер только вот здесь немного. Он так дорого стоит. Лучше верните его обратно, и Лонка уезжает. Так дорого. А я принес твое приглашение. Я не могу остаться в Вене, мистер Тэшек, я... Подумай, такой случай бывает раз в жизни. Я уже решила, мистер Тэшек. Она серьезно. Надеюсь, вы меня понимаете, потому что я... Конечно, понимаю, понимаю. Ну, тогда я пойду. А мне, возможно, выпадет еще один шанс, пока я жив. Конечно, почему нет? Повезло один раз, повезет и в другой. Тогда не возвращайте ваш фрак. Ничего, Илонка, ничего. Вы огорчены, да? Огорчен я? Да что ты. На бал пришлось бы надеть новые туфли, они так жмут. Так жмут, что даже плакать хочется. Пойду. Мистер Тэшек. Мистер Тэшек, подождите. Как новые лошади? Отличные лошади, правда? В самом деле, Ваше Величество. Хорошо. А, вот и вы. Ваше Величество. Фон Циммерль сказал, что вы хотели нарушить наши планы и уехать домой. Я собиралась в Селичоме, Ваше Величество. Я даже не знал, стоит ли вас приглашать, ведь вы не любите музыку и музыкантов. Мне очень приятно быть здесь, Ваше Величество. Мне также сказали, что вы хорошо поете. Я больше не пою. Какая жалость. А я так надеялся, что вы нам споете сегодня. Конечно, я не могу отказать Вашему Величеству, если Ваше Величество... Большое спасибо. А это наш новый булочник. Да, Ваше Величество.
Спасибо, Ваше Величество. Спасибо большое за медаль. Я очень... Он очень благодарен, Ваше Величество. Вы хороший булочник. Только смотрите, не забывайте солить пирожки. Барон, проводите эту девушку к оркестру, и пусть они сыграют то, что знает она. С удовольствием. Становитесь на мое место, она идет. Пожелайте мне удачи. Я не знаю, что мне спеть. Дирижер подберет что-нибудь, что вы знаете. Я не буду петь ничего. Вы уже пообещали его величеству. Не подводите меня. Это я сказал ему, что вы поете. Я пришел бы к вам все объяснить, но его величество хотел, чтобы мы встретились здесь. Потому что он знает, какой вы. Илонка, пожалуйста, начинайте, все уже приготовились. Мальчишки из булочной. Я потом все объясню. И про эту девушку тоже. Да она просто... Позвольте мне дирижировать. Простите. I was a mortal with feet on the ground. There I was standing with people around. Lovely music started somewhere, and I started floating on air. Into a dream world I walked so far. Oh, I'm so sorry. I saw you smile, oh, the rainbow star. Could it happen? Could it happen? I only know here we are. Waltzing, waltzing, high in the clouds, drifting, dreaming, far from the crowds. Never ever think we stroll away, while the world below seems to hold.